Всем привет! С вами Time Games. Продолжаем проходить Dino Crisis 2. И сейчас мы отправимся в Эдвард Сити. Наш товарищ сказал, что там есть выжившие. Ну вот что-то по тому, как я вижу, тут выживших, наверное, мало. Или их не совсем. Все трупы. Смотри, Регина, вот здесь. Это ужасно. Кто мог сделать такое? Так. Уезжаем скорее отсюда. Ёбане. Охуеть, блядь! Нихера себе, блядь, их двое уже! Охренеть! Ты-то откуда взялся? Отлично. О, доехали. Слишком близко. Да, неплохо прокатились. Регина, впереди, осторожнее! Ебанашка, следи за дорогой! Окружены. Дейв, горите в аду. Эти люди были последними выжившими. Больше никого не осталось. Мы не справились. Как мы могли допустить все эти смерти? Послушай, мы все еще должны найти данные по исследованиям третьей энергии. Даже если мы найдем их, как нам вернуться в наше время? Активатор портала сломан, верно? Поэтому нам и нужны эти данные. С их помощью мы сможем открыть новый портал. Хорошо, разделимся и обыщем город. Дэвид, пойдем. Хорошо. Так, я опять этим бакланом.
Убавляю. Почему бакланом? Потому что у него нету пушки, ракетницы. Не купил я еще ему. Давайте трупешников проверим. Динофайл. Ну, этих друзей мы уже знаем. Авирапторов. Так, а зачем сюда залезать? Странно. Вот здесь есть смысл. Одни аптечки L дают. Да я бы и от M не отказался. Я, раз уж я купил кровоостанавливающий, кто он там? Одежду, короче. Robson Store. От сладостей до боеприпасов. Ну ни хрена себе. Аптека. Хочу пушку. Вот эту. Так. Сколько у него карточка стоит? 24 рубля. Обалдеть. Так, а для этой? Тоже 24. Ну что же, будем копить, что делать-то? Еще вот эту штуку надо купить. В два раза меньше повреждения будут наноситься. Тут вот что? А, слабенькая аптечка. Хрен на нее. Хозяин магазина. Я недооценивал идею попытки защитить территорию людей. План по истреблению динозавров, атакующий город, провалился. Люди в этом мире, судя по всему, вскоре вымрут. Нам, людям, не следовало связываться с третьей энергией. Но военные не понимают этого. И после всего случившегося, они планируют выпустить ракету третьей энергии в район джунглей и уничтожить этим всех и вся. Они планируют взять диск данных третьей энергии в ракетную шахту в джунглях и ввести данные в боеголовку. Ракета должна ударить по этой области завтра в полдень. Успеем ли мы? Да, похоже, уже никуда не успеете. Ключ помещения. Забавно. Забавно назвали ключ. Ох, он, наверное, был хозяином этой лавки. У его ног винтовка. Хочу винтовку, хотя нафиг она мне. У меня противотанковое орудие есть. Так, опять эти уродцы. Так, а куда идти-то? Сюда?
Странно. Ну ладно. Кровососы. Вампиры. Да ублюдки. Как же меня бесить, а? Тут у нас оживление. О, а чё, прикольно? Только что-то больше никто не бежит. Так, ключ у меня есть. Фига они меня покромсали. Район складов. Черт, вот этого мне совсем не надо. А вот там я танк вижу. Ну ладно, я приготовил сюрприз. Ё-моё. Так. Нужен, что ли? Пец. Весело. Черт, вот этого мне совсем не надо. Чё это за кнопки? Thank you.
сваливаем. Уйди, а? Давай быстрей! Со второго раза удалось. Противогаз. Что случилось? Ожерелье сестры. Это ожерелье моей сестры, но она умерла. Что? Это невозможно. Оно точь-в-точь похоже на сестринское. Что ты имеешь в виду? Ну, до армии я был совсем другим человеком. Уличным бандитом. Однажды ко мне в дом ворвались парни из другой банды. Меня не было, но дома были мать и сестра, их... Но их не вернуть. После этого я пошел в армию, и я каждый день пытаюсь примириться с прошлым. Пойдем, вернемся на корабль. Здесь нам делать нечего. Я нашел противогаз. С его помощью мы можем попасть в отравленный район джунглей. Терминатор, что ли? А где запасная батарея? Так, я Регинкой сейчас играю. Так, что у нас тут? Так, у Ринги полные. У Регинки. У Ринки. О, это что такое? Автоматически удваивает заработанные очки. Да вы смеетесь надо мной. Я не знаю. Давайте тогда что ли ее купим. Ага, купим. У меня 22 тысячи. Да покупался. Поехали в джунгли. А чё он противогаз-то Регине отдал? Скафандр? Не то. А вот противогаз. Ну что же, погнали. Только оружие нормальное возьмем. Так. Ладно, пока с одним побегаем. Удваивает очки, это круто же.
Так. Ну да, мне сюда. Даже не помню, что у нас тут за динозавры это бегают. Нихуя себе подкинула. Что ж, так поздно за выскочили. Всех, видимо, истребил. Ух ты, ублюдок. Ого. Прям получается. Блин, уродцы эти. Глотну-ка я. А птичку?
Таракашки какие-то ползают. Зал удаления отходов. Тысяч. Нам надо 40. Она может полностью распределять металлические предметы. Эта штука такая. Ладно, пока она нам не нужна. Место пуст. Двадцать комбо, 21. Эх, не успел. Ладно, хватит веселиться. Что? Баллоны кислородные, скорее всего. Так, тут у нас чего? А, ничего нету. Вау, нет урона. Обалдеть. Включено. Файлдино. Гигантозавры. Описание: ящер-гигант, длина более 20 метров, высота более 7 метров. Результаты наблюдений. Существуют более крупные динозавры, чем тиранозавр. Среди солдат ходят такие слухи. Искать его начали 3 года тому назад, но безуспешно. Однако прошлым летом в джунглях был найден мертвый тирекс со следами огромных зубов на шее. Слуху суждено было оставаться слухом долгое время. Блин, ну точно, как в фильме «Мир юрского периода». И боевые записи о их агрессивном поведении ничего не известно. Это означает одно из двух. Первое.
Такого динозавра не существует. Второе. Каждый, кому удается его увидеть, исчезает без следа. Тела примерно 70% солдат, отбившихся от отряда, бесследно исчезают. Найти их не удается. Учитывая этот факт, мы не отбрасываем предположение, что существует огромный динозавр, который поглощает людей целиком. Люди, которые видели гиганта, уже больше не расскажут об этом. Так. Что-то светится. А, это где диск взял? Так. Не понял. Интересно. Диск, куда его можно применить. Снова ты, настырная тварь. Достал, ага. А вот и эта тварь. Тирекс, я за тебя! Я не хочу эту шнягу валить! Да. Я не за того был. Дилан, ты меня напугал. Наконец-то я нашла диск с данными по третьей энергии. Отлично, надо выбираться отсюда. Я подогнал патрульный корабль, он за зданием. Давай, пошли. Что-что? Это снова наш друг Циклоп. Невозможно. Этот тиранозавр уже... Атакована пусковая установка. Включен аварийный режим перехвата. Запуск ракеты будет произведен через 10 минут. Немедленная эвакуация. Компьютер неисправен. Плохо. Где пульт управления ракетой? В боеголовке. Я отключу управление, а ты эвакуируйся. Хорошо. Будь осторожна. Так, ракетная шахта внутри. Ёлы-палы. Внимание! Доступ к пусковой установке закрыт. У тебя есть 10 минут, чтобы убрать режим экстренного перехвата. Ну, я не знаю, дорогие друзья, наверное, надолго затянется это дело все. Давайте серию что ли закончим на этом. С вами был Time Games, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и уже увидим, что будет вот в следующей серии. Всем пока.
Я боюсь.